Пауэрлифтинг – спорт не для слабаков. Люди с железной волей и сильным телом встретились на европейском чемпионате по пауэрлифтингу, который проходил в Екатеринбурге. МИАС представлял спортивный клуб «Геркулес». Спортсмены привезли домой награды золотой и серебряной категории. Открытый европейский чемпионат по пауэрлифтингу собрал около 1000 участников с разных концов мира. Самые сильные мужчины съехались в Екатеринбург. МИАС представляли два спортсмена – Трепаков Сергей и Мартьянов Алексей. Последний в номинации «Классический жим лежа» в категории до 82,5 килограммов занял второе место, а также выполнил норматив мастера спорта международного класса, подняв штангу весом 175 килограммов. Еще один миасский спортсмен Сергей Трепаков установил новый рекорд Европы среди ветеранов от 50 до 54 лет, одолев штангу весом 210 килограммов, а также привез домой две золотые медали в номинациях «Жим лежа» и «Жим лежа в экипировке». В истории миасского пауэрлифтинга эти победы пока самые весомые.